Обалдеть. Ну, более 100 лет. Вот такое метро было раньше. Ах, обалдеть, как красиво. Просто супер, он бесплатный. Привет, дорогие друзья! Я, конечно же, опять бегу. Не знаю, куда бегу, главное. Я сейчас около Бриант-парка, и вообще, на самом деле, завтра у нас очень большой парад. К нему, конечно же, надо подготовиться, да, конечно же, надо что-то купить. Вот, поэтому сейчас я бегаю тут в поисках. Уже купила себе замечательную пачку, завтра я вам ее покажу. Ну, а сейчас побежали дальше еще что-нибудь еще. Пролетаю мимо библиотеки, в которой, кстати, выходила замуж Кэрри Брэдшоу. И сзади там Бриант-парк. У нас есть замечательная парковка. Народу уже много, жарко. Туристический сезон уже начался. Но хорошо, что есть парк, где можно всегда передохнуть. Вот иду и думаю, знаете, вот, благодарю Бога за то, что я здесь. И как же у нас здесь все-таки хорошо. Вот иду, общаюсь с людьми, все настолько добрые. И даже вот я говорю, я уже говорила, что когда выходишь в город одна, никогда не чувствуешь себя одной. Люди постоянно с тобой общаются, все очень милые. В магазинах, неважно, где бы ты ни находился, все очень милые и готовы тебе помочь. И на улицах то же самое, поэтому я люблю Нью-Йорк. Я сейчас находится в Гранд Терминал. Знаете, какие мои любимые здания? Офигенные арки, как я их помню, старинные знания.